второй пик. Какой шанс, что мне БХ достанется? Пожалуйста. Ай. Две игры, два БХ. Всем привет, ребят, вы на канале Влад Впадлу. Опять достался мне Баунти Хантер. Спробуем ловкость. Сейчас я вот единственное думаю, как правильно его собрать. 3400. 35. Ну, давайте first вот так будет. Плюс купим 2, наверное, и тапок. Это для старта. Возьмем для старта. Тут мы прокачаем скорость. У меня есть не энный план на данную игру, на самом деле. Я хочу развить уклонение. У меня тут есть уклонение, тут есть уклонение. Плюс, о, абус мобы. Заряжают мне стики, халява. Я хочу их развить до того момента, где я покупаю еще плюс радик, который мне будет давать еще плюс 15%. И у меня прям очень большое уклонение будет. А сейчас мы купим себе из основных еще вот так. И у нас сейчас будет неплохой перс для старту, для фарму, для качу. Для всего остального. Сейчас мы затыкаем этих мобов. Апнем второй уровень. Тут не знаю, наверное, даже в броню пойдем. Да, давайте в броню пойдем просто. Уловы. Приятно. Цюриком очень удобно фармить. Он супер 0 маны стоит, прям 50 маны. Но а урона наносит он, в принципе, очень даже. Не вижу пока никого. А просто пока бьем крипов. Пока пойду в скорость. И броню. Просто тупо жить. Не, давайте, ладно, этот раз основной талик тоже раскачаем. Блин, на самом деле так много денег сейчас. Уже как-то не хочется вот эти мусорные маленькие шмотки покупать. Но мне кажется, они нам нужны. Если мы купим вот этот сейчас сброд маленький, у нас прям супер сильный перс для начала будет. Мне кажется, он прям очень сильный будет. Давайте так возьмем и вот так сейчас. Тут без шансов. Просто без шансов. Это приятно. Кстати, тут упал этот вардик. Тут мопчики стоят. Для этого тогда мне третий надо будет качнуть. Зря талант этот прокачал. Фармит он очень приятно. Прям на Аиле он очень быстрый. Сейчас будем больше фармить, чем бегать. Возможно, кого-то даже встретим. Нет, только мобов. Вижу Тайда, сбил мне ТП. Ой, не ТП эту. Оба в КД уже. Ну это мое. Тоже мое, кстати. А не. Не мое. Ладно, тогда чуть-чуть пробежимся. Дадим марафону. Опа, халявный. Халявные нам нужны. Дальше фармим. Сейчас выйдем в начале в броню.
хорошо. Я думаю, я его убью. Да, я его убиваю вообще изи. У него второй уровень. Смысла бояться его не было. Хороший старт, на самом деле. Сейчас доберем вот эту шмотку. Потом доберем броню. Чем мы все это берем? Не знаю, план у меня такой, что я после этого выйду плюс ПТ и почти сразу пойду в Радианс. Вот такой. Потом ту шмотку мы догрейдим. Потом мы ее догрейживаем. Ну, там уже посмотрим. На 6, кстати, есть. Так, приятно, этого тоже мы забираем. Даже если ты отхилишься, я все равно меня не убивал бы тебя, пока у меня не будет ульты. Не, ну это прям хорошо, прям. Очень хорошо. Мы почти седьмой уровень уже. Так, по скорости мы сразу идем. Угу. Не, мы его не пробьем. Но мы уйдем, сейчас гаст пройдет, мы быстрее его. Поэтому сейчас докачаем этот талант, чтобы быстрее бегать. 3 секунды у нас тут осталось. Ну, как по мне, отличный раунд. Вообще прям ультра хорошо все у нас. Так, тут у нас урон броня. Восстановление 3 к атрибутам. Так, а кто победит? Ну, тут ВРК явно. ВД 3. Блин, восстановление клево как будто. 3 атрибута. Тут 2 брони. Давайте лучше возьмем чуть-чуть атрибута. Интересно, у них... А... Вот ДВД чисто баночку пивчалился такой. Чик-чик. Верка даже не ультовала. Так, отлично, идем. Наверное, сейчас докачаем вот это. Сразу возьмем фул уклонение. Возьмем фул уклонение. Тут я не думаю пока, что нам что-то нужно. Нам по факту надо до вот этого дойти. То есть в идеале мы должны до этого дойти уже быть с Радиком. И с Гариком. Sorry. Он что-то ливнул, поэтому ВД до сих пор тут. Сейчас этого ВД надо искать просто и фармить на нем денежки. Так, на седьмом мы сейчас, наверное, пойдем все-таки в Shadow Walk раскачку. Ну, супер он сильный. Масочку, наверное, возьмем еще. Промежуточную. Ну ладно, сейчас женатку добьем. Кайфово, даже вот первое. Первое наносит даже сатиру большому, ну, очень много урона прям. Так, сейчас доберем ПТ. Слышу, как ВРК ультует. А и тут. Вот тут ВРК. Поставим. Тут поставим, ладно, мобов подъем. Никого не вижу, никого не слышу. Плохо, я хочу убивать. Фармим мы пока так, средненько. Кайфово, сейчас тут баунти заберем. Угу, забрали, проверяем. Как только забрали, сразу проверяем. Так, наверное, сейчас... Оно даже по нам не попадает. Это приятно. Так, ну ее мы не пробиваем. У тебя мы точно пробиваем, другалек. Кайфово.
Нужный, нужный килл, абсолютно нужный. О, кстати, вампиризм возьмем один разок. А, да, маску какую брать не будем. Сейчас через вампиризм тут раскачаемся. Че на ФК стоит? Я ее видел. Так, ну нам нужно сейчас качаться. Больше всего. Кстати, мы плохо фармим. Странно. Я прям, ну, по логике игры я, ну, по чувству игры, если правильно сказать, я прям хорошо фармлю. Не знаю, Радианс, конечно, агрессивная шмотка, очень долгая. Ее прям супер долго собирать. Нам бы кого-то сейчас убить. Мы ее не убиваем. Ага. Верку слышу. Okay. Не, ну этот корм. Этот корм нам очень помогает. Спасибо ему. Не знаю, что он там, какое пивко пьет. Светленькое или темненькое. Но я ему очень благодарен. Он прям молодец. Давайте даже, наверное, вот так сейчас сделаем. Чё, просто плюсанем, добавим чуть-чуть. Паунти точно есть. Так, ну фармим мы... Ну, а, нет, подожди, мы на 500 голды только отстаем. Я думал, у нас там все ужасно. Дропка вообще приятная. Нам бы сейчас винку какую-то кайфовую бы выбить. Было бы кайфово. Так, пойдем дровку убьем. Так. Не, он может застилить легко. Угу. Ну, имеет право. Там корм еще к ней пошел. Сэмка проблема. Я не могу прям в лобовую, типа, сильно агрессировать. У меня нет прям какого-то хэви урона, прям ультра большого. У меня идея, типа, интересная, но она... Блин, они такие вкусные. Но я за ней не добегу. Ну, плюс там сэмка все. Теперь я уверен, что я правильно все сделал. Эй, я тебя застанил. Давайте докачаемся вот так. Ну, пока идет все кул. У нас 7 киллов. Пацаны дерутся. Если они там, значит их как минимум нет тут. Нормальная логика, логичная. Шейкер там, да? С дизеликом. Хэви, да, шейкер? Да, давно, кстати, не встречал хэви шейкеров. Так, 6400, 6600. Ну да, у нас просто у всех одинаковые деньги. Ни у одного свиньи не было. О, кто это? Я, кстати, не уверен, что ты по мне вообще попадешь. Угу, попадешь. Ладно, он тоже понимает, что со мной драться не хочет, и просто отбегает. Так, ну мне как бы все нравится, но и не нравится, если честно. А, я с ВД дерусь. Чил. Это вообще, это просто подарок, реально. Это даже очень хорошо. Я сейчас так много денег с него, и вот эти дуэли, они так много всего приносят. Он догончик себе, чисто догончик себе взял. Дадим ему догончика меня бабахнуть. Мне как раз 1000 не хватает. Сейчас как раз вот так меточку дам. Сори за бейминг. Просто куча левелов и еще и сразу. Сейчас двери закрою. Бежать там, где не надо.
Сейчас откроешь, да, ту дверь, которую я только что закрыл. Кайф. Давайте вампиру доберем. Так, ну талик у нас есть. Сейчас пойдем в Агилу. Я не знаю, эти таланты вообще пока не буду раскачивать. Не вижу в них никакой логики и смысла. Так, есть единственная проблема, которую я уже вижу. У меня 1200 хп. Блин, я не знаю, кто это. Это может быть кто угодно. Опять это ты, да ёп. Как ты меня уже закумарил? Неужели ты меня убьешь? Не, я быстрее тебя. Ну побегай. Если желание есть. Так, наша задача радианс добить. Больше мне ничего не нужно. Я, наверное, сейчас докачаю этот талик. Слишком он меня выручает. Леша раз 10 убежал просто от него. Так, по денежкам 600 голды нам нужно. Но пока как будто я только слабее становлюсь. Это дровка была? Ладно, не хочу за ней бежать. Будто не то чуть-чуть раскачиваю. Она решила ко мне пойти. Она не попадает. Она уже не попадает по мне. Она скоро вообще не будет по мне попадать. Так, ну мы чуть-чуть подхоботились там. 300 голды. Блин, тут дровка стоит. Темка может тоже сюда пойти. Ой-ой-ой-ой-ой. А чё так все плохо? Кстати, возможно, даже убью ее. Блин, ну вот Радик был бы, она как раз умирала. Просто был бы Радик. Ну, прям чуть-чуть денег не хватает. Прям вот прям 300 голды сейчас добить. И по левелу мы очень сильно проседать стали. Вроде как и старт неплохой, но... Идея как бы была неплохая вроде. Ладно, добиваем Радик. Наверное, возьмем, раз могильный, нам нужен вот этот иглсонг с этой штуки. Нам нужен сатаник, нам нужен скади. Ну, это такая, не знаю, моя личная сборка. Я просто сидел, думал, как можно отыграть. Ох. О, кстати. Так, подожди, Кен. Сейчас молния Маквин убежит сюда. Уберет свой радианс. Так, хорошо, радианс мы сделали. И вроде как я должен быть доволен. Сейчас я пока не вижу. Так, может быть, сразу выйти вот... Вот в такое? Почему бы и нет? Ай-яй-яй, мог быть мой. Тихо. Тихо. Власть, проходи, проходи, проходи. Кстати, я мог развернуться и попробовать его убить. Мне кажется, вот это неплохая шмотки. Так, ладно. Короче, идем тогда до вот этой сборки. Я не знаю, это единственная моя надежда. Уже на эту игру. Денег у нас мало, XP у нас нету. Пока все ужасно. По хп мы очень слабые. Просто бери Тараску и радуйся, как будто. Еще есть такая штука к уклонению. Ну тоже, она же все контрится. Если прям 100% уклонение развить, то это прям сильно. Нет. Оп.
Ну прям не хватает мне хп, это чувствуется. Вроде все cool, но прям хп не хватает. Какая шмотка мне может помочь в этом плане? Ой, а что я купил? Ой, а какой тапок? Я не покупал никакой тапок. Может, алебарду реально взять? Кстати, алебарда. 20 к уклонению. Вообще тема. Вот, вот она шмотка, которая мне нужна. Тури, алебардыч. Сейчас тарим алебарду, короче. Ой, что-то я заалебардился. Кайфово. Так, сейчас сразу тут мобов заберем. Мы, кстати, уже его переформили, он еще и ливнул. Это прям плюс. Это прям нам плюс. Но наша задача до вот этого таланта дойти, по факту. Shadow Волк. Ну, это Shadow Волк усиляет. Тут у нас 3 атаки будет под Shadow Волком. В принципе, не так и важно. Так, ну это приятно на самом-то деле. Приятно, супер приятно. Мы, во-первых, сейчас на дуэли опять захоботимся. Это прям вообще-то что надо. Бронюшка. Блин, бронюшка, кстати. Ладно, мы возьмем голду. Купим сейчас так. БХ-шейкер. Блин, ну невозможно будет его победить. Кстати, прикольно, безмолвие. Но он-то нас тоже бить будет на самом-то деле. Кайфово. Вторую дуэлью хаваем. Так, ну не знаю. Типа, у нас сколько сейчас уклонения? У нас 45%. Просто 45%. У нас 50% плюс это будет давать нам 10%. Кайфово. Эта шмотка нам чуть-чуть хпшку подымет. Плюс заткнет вот этих всех герчиков. Мы их сможем хоть побить. Но, честно говоря, мне уже эта сборка не очень нравится. Очень много физурона. Как будто кайфово прям будет вот этот момчик собрать с отдачей. Нам, по факту, он сильно никак не влияет. О, кайфово. Может быть, сейчас кого-то и убьем сразу. Если это кристалка или ВР-ка, это будет плохо. Так я его убью. Не убьем. Это просто... Я даже его не бил, я умер. Вот как все хуже и хуже становится. С каждой секундой. У меня талики вообще ужасные все. Деформят. Вот этих надо убить. Левел. Вообще пропадаем по левелу. И по хп. Вот первая проблема данной сборки получается. Легендарной моей первой. Блин, ну Радианс выглядел клево, но тоже, если так задуматься, мы сильно бы хп ему бы и не подняли, если так. Фармит он нормально. Верку мы, кстати, даже можем и убить с этой сборкой. Блин, ну фармит он неплохо, и правда. Видишь что-то? У него, кстати, тоже есть отдача. Оно вообще не попадает, смотри. Ой, это лучший килл, который мог мне дать просто. Спасибо. Хорошо. И плюс эту штуку добрали. Клоун. Ну, клоун не клоун, а ты отлетел. Так, не знаю, стоит ли вот в эту раскачку идти или все-таки тут улучшаться. Ладно, давайте, наверное, раскачаем лошадь все-таки. А, я думаю, Момни нам больше поможет. 200 хп подняли чуть-чуть.
Да, хорошо. По левелу все плохо, но как у дровки. Поэтому мы, в принципе, ее и убили. Если бы у нас с дровкой плюс-минус не одинаковый... А, у нас одинаковый левел, в принципе, с ней. Да, с радиком мы даже можем этих мобов и не бить, в принципе. Здесь счет у нас неплохой. У нас, если не ошибаюсь, сколько там было? 0. Было неплохо. А, я хотел ему кинуть, чтобы хоть с него уже подформиться. Поживиться. Да, я знаю, я хотел уклонение качать, но сейчас надо и ловкость под... Тайт. Травишь, кстати, потратил. Они с кристалкой дерутся. Она его, понятное дело, убила. Но это не уникальное что-то произошло. Явно. Так, фармим есть. Ловкость усилили. Нам надо вот это нормальное рассеивание теперь. Дойти до нормального рассеивания. Топ-проц. Не знаю, вот думаю насчет вот этой шмотки. Не думаю, я думаю, может скади просто какой-то взять. Не, наверное, нормально будет. Как же легко она его убивает. Она по мне просто не попадает. Лява. Опять сожрал. Просто под одну алебарду. Чисто под одну алебарду заточил ее. Ну еще сатаник в алебарду нажала. Хотя она тайда вообще с кайфом съедает. Ну, как по мне, уклонение-то работает. Уклонение-то работает. О, кстати, нормальное рассеивание. А, нам еще 400 голды не хватает. Так, нам нужен этот талант. Шанс... О, шанс увернуться. Лол. Шанс увернуться, вот что нам нужно. Правда, они МКБ купят рано или поздно. Ну, заодно и проверим. Кстати, я ульт не прокачал. Знаю, что с ней делать. Так я увернулся же. Проблема, что я его бью. Кстати, чуть-чуть не хватило. Чуть не хватило. Кайф. Кайф. Да, в принципе, неплохо. Я думаю, в эрку мы победим. Тоже у нас, правда, джавелинов нету. Ну, она нас там прям бить не будет, прям ультра сильно. По левелу мы не догнали, конечно, но хотя бы не 17-й. Так, тут сейчас идем. Ну, тут точно уже скади нужно. Я что-то купил. Выформлено. Блин, обидно. 40 секунд, у нас все выформлено. В эрке прям очень много, мало денег. То есть все зависит от того, будет она по мне попадать или нет. Она не попадает, прикиньте. Она просто тупо не попадает. Она попала в конце. Она просто не попадает по мне. Блин, это этот, возможно, талик, который я не докачал. Он просто... Ладно, я не успеваю уже, да? Блин, обидно. Придется книжки хавать. Да, не успел. Мы возьмем голду вот так. Мне нужен вот этот талант очень сильно. Так, у нее... А, она магическая. С линкой. А, ну ладно. А магическая прям фул, да? Блин, ну это проблема. Я думал, она на самом деле не магическая. Зарезали. Очередной наш победный этот шанс уклониться. Так, сколько? Так, уклонение почему-то пишется 50, но по идее больше. У нас тут 15%. Тут у нас
20%. Тут у нас 18%. И тут 15%. Супер чил. Ну, дровка вообще тупо в Мисландию убьет меня. Но если сейчас кого-то убить, вот это 20 плюс левел. Скади БКБ нужно очень сильно. Это... Кто это? А я ее никак не убью. Да, никак вообще не убью. Вот ее я не пробью. Ее я без скади сатаника... Только рядом посмотреть. А, подожди, какой уже сатаник? Скади. Скади точно нужно. Скади и, возможно... БКБ нужно тоже. Бля, обидно, что именно на нее наткнулись. Тает. Сверху, да? Сверху ты тут. Как он же больно бьет, ему вообще плевать. Ладно. Блин, ну надо хоть до топ-3. Это вообще бессмысленный видос будет. Ну идея как будто была, но чего-то мне не хватило. Дровки мне не хватило, которые надо убить. Или крипов, которых я уже забыл, когда бил последний раз. Ладно, придется. Так, ну раз мы в уклонении, то уже идем в уклонение. Что уже выдумаем тут? Там даже алебарда не помогает. Его надо как-то раскайтить, но у него есть вот этот его спелл. Прикольный. Так, Михаэль, все на меня. Вот. У него МКБ есть. Не, по факту вся стратегия одним МКБ. Просто одним МКБ накроется. Но мне кажется, со скади как будто неплохо будет. Со скади плюс еще вот эту шмотку взять. Блин, мне не хватает какой-то свинки или что-то типа того. Вообще никто ничего не выполнил. Мне что-то такое надо... О, красный. Это красный? Нет, не красный. Супер, все плохо на самом деле. Ну тут поставим вард. Я сейчас уйду все равно с этого спотов. Босс появился. Так, ну без скади нам этот босс, честно говоря, по барабану. Шмотки не хватает еще. Уклонение. Блин, ну МКБ кроет, конечно. По факту одно МКБ кроет весь мой билд. Что делает его бесполезным. Правильно? Не, не так. Короче, по факту, я когда бью, я всегда, типа, в этой штуке. Скади кайф, 300 не кайф. Не помогает. БКБ? БКБ я и убиваю. БКБ она была мертва, кстати. Пробивал ее. Она, типа, не особо. С кем я буду? С Тайдом. Блин, с Тайдом это самое неприятное. Надо на него что-то прям такое. Не знаю. Думаю. Может, башер какой-то. На псевдорандомчик чисто. Ну, со скади я еще с ним не пвпшился. У нас есть минута. У нас, в принципе, одинаковый уровень. Мне может на шмотку хорошую повезти.
Босса бы было убить классно было. Я, в принципе, знаю, мне надо урон. Мне надо просто урончик купить какой-то. Ой, наконец-то. Боже, как я тебя ждал. Как же я по тебе скучал. Хотя даже так, типа, мне не хватает ни на что денег. Я только-только их догнал, в принципе. Так, ладно. Замедление уже как будто бессмысленно. Увеличение урона, вот это вот хорошая тема. Чего мне сейчас не хватает? Кроме урона. Да ну! Скорость передвижения не то, уменьшения нет. Урон, дальность атаки нет. Ладно, давайте чисто на лоха попробуем вот так. Не знаю, просто тупо на лоха попробуем его убить. Попробуем, может, как-то его откатить. Он АФК стоит. А просто ногами меня заковырял. Инсурадик выключенный. Ну там он БКБ все равно нажал. Блин, но он прям подготовлен. А, у него пиратхед выпадает, я понял. Ему пиратхед выпадает, мне мусор какой-то выпадает. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back.